Трудно представить коллекцию произведений искусства ценнее и богаче, чем в Эрмитаже. Не хватит нескольких лет, чтобы подробно осмотреть все его залы. А сколько шедевров хранится в запасниках? Для того, чтобы знакомить нас с великими творениями человеческих рук, таланта, ума и воображения, создаются такие филиалы, как выставочный центр «Эрмитаж Выборг». Здесь традиционно проводятся тематические выставки. И сейчас открыта новая «От Николая до Николая. Эпоха историзма». Заканчивается эпоха Александра I, начинается новое время, и в Россию, как свежий ветер, как вихрь, врываются перемены, разные стили: рококо, барокко, ренессанс, готика, русский стиль. Все было модно в те времена. Полный эффект присутствия в залах Зимнего дворца создают баннеры интерьеров разных эпох с обязательным предметом этого интерьера возле каждого из них. И живопись нового для России 19 века направления под названием «В комнатах», где на картинах подробнейшим образом изображена каждая деталь и в целом интерьер жилищ граждан разной степени достатка, от скромных, но стильных комнат до роскошных покоев знатных вельмож. Не перестают удивлять и приспособления, которые придумывались для элементарного бытового комфорта, оформленные, опять же, как настоящие произведения искусства. Уникальным экспонатом нашей выставки являются осветительные лампы. Первая лампа – Корсельская. Она была самой продуманной лампой того времени. Внутри нее есть специальный механизм, подобно часовому, который заводится. Пружинка идет в обратном направлении, подается керосин, и лампа может гореть долгое время. Другая лампа, кинкетная, подвесная, была самой мощной лампой того времени. Она горела в коридорах, в галереях, в темных помещениях. И пламя одной только кинкетной лампы равнялось пламени 10 свечей. Кинкетная лампа была масляной. Масло заливалось в резервуар. Мы видим, резервуар находится в урне. И по специальной трубке подавалось на горелку. И таким образом масляная лампа горела и ярко освещала темные помещения. Еще одним чудом на нашей выставке является лампа «Миракль». Само слово «Миракль» в переводе с английского означает «чудо». Это была забава тех дней, такое вот приключение. В экран вставлялась картинка, позади загорались свечи, пламя свечей колебалось, и картинка оживала. Экран мог двигаться вверх-вниз, и это был как театр теней. Можно назвать это телевизором прошлых лет. Что освещали лампы и светильники в ту пору, когда солнце уходило за горизонт? Конечно же, они делали возможным чтение, игры и трапезы. Фарфоровые сервизы, кроме изящества исполнения, хранили в себе массу неожиданных сюрпризов, так называемых обманок. В нашей коллекции есть целый фарфоровый сервиз чайный, который называется «Натюрморт», где каждый предмет выполнен настолько искусно, настолько великолепно, что вы можете подумать, что перед вами живые фрукты и ягоды. Каждый предмет этого сервиза раскладывается. Тыква – это чайник, под кисточкой винограда скрывается конфетница, груша – это сливочник, ананас – это сахарница. Яблочки служат чашками. Интересно, что на яблочках можно разглядеть, как сидит муха и даже ползет гусеничка. Удивительные, уникальные предметы. Когда мирные дни омрачались военными действиями, истинные патриоты не оставались в стороне. Восхищает, например, пыл модниц высшего света, которые при сборе средств на борьбу с захватчиками решительно расставались со своими драгоценностями и ювелирными изделиями, обменивая их на чугунные. Не менее восхищает филигранное мастерство тех, кто умудрялся без единой вставки тканей, более податливого, чем чугун, материал, сделать целую коллекцию таких бесподобных украшений. И как не может не покорить талант, не просто сияющий своим великолепием, а пробивающий жизненную твердь обреченности. Живопись почти слепого художника, малоизвестного ныне, но знаменитого в XIX веке портретиста. Сергей Зарянко, он написал более 100 портретов, был высокооплачиваемым художником, и многие выстраивались в очередь, чтобы только он написал им портрет. Перед нами портрет русской красавицы, боярышни в кокошнике, картина еще одного малоизвестного художника XIX века, дочери известного русского художника Крамского Софьи Ивановны Крамской. Светлый, воздушный, легкий образ красавицы. И особую прелесть этому прекрасному образу придает русский головной убор – кокошник. Камни кажутся приклеенными или вставленными, а на самом деле это все нарисовано. Всегда интересно посмотреть на то, что малоизвестно. Перед нами картина Петра Тутукина «Вид павильонного зала в Эрмитаже». Судьба у этого художника очень удивительна.
Он родился в семье дворцового служащего, и с ранних лет ему пришлось работать. У мальчика появились наклонности, способности к изобразительному искусству. Это заметили, его отдали в изобразительную школу, и он начал проявлять успехи. Уже учась в этой школе, он получил 2 серебряные медали. А за картину, которую вы сейчас наблюдаете, получил звание самое высокое в научном мире, звание академика. Картина — это то, что в настоящем современном языке называется 3D. Высота, ширина и объем, пространство, глубина. Чем дольше мы стоим перед этой картиной, тем больше ощущений, что ты внутри помещения. И вы думаете, это все, что можно увидеть на новой выставке в Выборгском филиале Эрмитажа? Что вы? Рассказывать на экскурсии о потрясающих воображениях произведениях искусства вам будут бесконечно. Выставка продлится полгода, и у вас будет время не раз посетить залы, наполненные очарованием эпохи от Николая I до Николая II.